Прекрасный ветер за окном.
сначала все такое я ревизили. И вот однажды ночью я припарковался где-то в тупике, все, заебался. Я стану звездочетом. Нормальная работа, не пыльная отчетом. Блондинка на баранка всю ночь до утра. Стану звездочетом. Нормальная работа, не пыльная отчетом. Блондинка на баранка всю ночь до утра. Рожа постоянно в масле, жопа постоянно в мыле. Никакой романтики, как я не старался, остановился, все, заебался. Я стану звездочетом. Нормальная работа, не пыльная отчета. Бандитная лаборантка всю ночь до утра. Нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари-нари. Я стану звездочетом. Нормальная работа, не пыльная отчета. Бандитная лаборантка всю ночь до утра. Пока мои друзья зануды и сучали институты. Пока мои подруги дуры, силиконили переборы. Кто-то стал уже масоном, поисках пацана. Только я на той год смотрю безумно на Москву. Мое солнце восходит, несмотря ни на что. Я не качка и подгонок, но и хорошо. Друг друга не предают.
Вот что важно. Время летит. Естественно, лишь времени не очень даже профессорами. Время летит. И странно, что ему с нами вместе даже не зарплату. Время летит. Естественно, лишь времени не очень даже профессорами. Время летит. И странно, что ему с нами вместе даже не зарплату. Часовые пояса. Спасибо большое. Я хочу еще раз, так сказать, попросить вас. Недавно показал человеку фотографию. Там сидел другой человек с бутылкой воды. Вот. И он сказал: зачем ты мне показываешь, как алкоголик пьет водку? Пожалуйста, друзья, не делайте никаких выводов. Ну, по крайней мере, в интернете это действительно чай. Просто не напишите вдруг, что я коньяку выжрал и стал хорошо. Как бы. Вот. Просто немножко как бы... Да лучше! Да я лучше и лучше, постоянно. Как бы. Но здесь действительно чай. И очень всех вас благодарю за то, что пока, так сказать, количество людей до концерта соответствует, так сказать, вот... Не пью. Сумма квадратов, в общем-то, всех людей равна корню, как сказать. Yeah.
спасибо, удачи вам. И пускай, в общем-то, у всех будет прекрасное настроение. Никакие гриппы H1N1 как бы не зайдут в ваш, так сказать, населенный дошли, пункт. Дошли, вот. Еще! Еще! То, во что я верил! Кто-то там полез на небо и хохочет надо мной. Думаешь, тебя не слышно? Я тебя давно заметил. Ты смеешься громко очень, а я узнаю. Спасибо большое, спасибо вам огромное, всей души. Хочу сделать как бы два таких заявления, они такие как бы казарменные у нас всегда. Вот. Одно лично от меня. Я лично желаю всем вам и себе то же самое, чтобы мы в жизни имели только те вещи, которые желаем окружающим нас людям. Все будет отлично в таком случае и у вас, и у людей, и у меня, в общем-то, например. Вот. А от всей группы «Знаки», вообще за весь вечер, за то, что все, как все происходит, я хочу вам сказать, чтобы у вас в жизни все было заебись. Алиги бомбомбея, чиги манаси сюда, мисто мисто, с тобой я бурея. Алиги бомбомбея.